О том, что Кудепсте нужна благоустроенная зона отдыха, местные жители говорили еще во время подготовки к Олимпийским играм. Но в то время реализовать проект не удалось по объективным причинам. Не было инвестора. Теперь власти говорят, уже через год узнать центр поселка будет невозможно. Пусть это будет такое центральное место, знаковое место. Знаменатой там будет у нас стоять памятник по просьбе жителей. Это памятник будет воинам-водолазам. Значит, здесь будет такой еще атриум, который будет располагаться на 260 мест. Будет скейт-парк. Также мы насыщаем это полностью декоративным озеленением. Работы по благоустройству микрорайона уже начались с пешеходных зон. Монтаж тротуаров идет на основных улицах Искра и Дарвина. Обсуждали на встрече и очереди в детские сады. Мамы и пап власти заверили, что уже с 1 января следующего года каждый ребенок от 3 до 6 лет будет устроен в дошкольное учреждение. Мы строим в этом году 3 новых детских сада. Один из них у вас здесь на территории Кудепсы. До 1 декабря строительно-монтажные работы должны закончиться, и 240 мест будет дополнительно введено. Ну, где 240, там и 300, как вы сами понимаете. Будет там у нас, Антон Николаевич, не 300, а 350 мест, потому что по квадратуре мы сможем это сделать, и в Кудепсте очередь будет закрыта. Были вопросы у местных жителей и к работе поликлиник. К Олимпиаде их отремонтировали, говорят сочинцы, но вот необходимым персоналом не обеспечили. Для разъяснения ситуации на сход граждан пригласили руководителя городского управления здравоохранения. Там мы будем организовывать дневной стационар, как хочет народ. Там у нас есть место, мы его планировали, строили специально, так все там ремонтировали. Ну, а мы там будем приглашать специалистов из Косты, и они будут один день в неделю, или может быть два раза в неделю, как нужно будет народу, принимать и детские специалисты, и взрослые. Глава города потребовал, чтобы изменения в работе поликлиник в Кудепсте произошли уже на этой неделе. Интересовал сочинцев и вопрос по временной свалке, которая появилась здесь во время ликвидации последствий июньской стихии. Вот одну свалку полностью ликвидировали. Это в Дагомысе. Сейчас мы находимся в Черешне, это Адлерский район. Через 15 дней эта свалка будет ликвидирована в Черешне. И мы массированно приступим к ликвидации свалки в Кудепсте. Вот сейчас 45 машин работает там, в Черешне. Значит, давайте так, 5 машин с понедельника должны работать на Кудепсе, все равно вывозить, а 40 оставим там. Появится в этом микрорайоне по просьбе сочинцев и свой рынок, где местные жители смогут торговать своей продукцией. Место уже определено. В течение месяца работы по монтажу павильона будут завершены. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.